Привет, друзья. Я была на Валберсе. Пробку покупала от ванны. Вы знаете, у меня уже целая коллекция этих пробок. Это вообще не одна пробка. Вот выписываю. И в магазине у нас покупала. Это что такое, а? Не подходит ни одна пробка. Вот еще одну выписала. Ой, караула. Иду к воде. Я в куртке, у нас прохладно. Собака, ты не злая, нет? Нет, она добрая. Она говорит, я добрая. Ну, иду просто к воде. К водохранилищу вас сейчас подведу. Думаю, рядышком смотрю, какая ива красивая, да? Ивушка зеленая. Вот от магазина, тут рядышком буквально 30 метров. Думаю, подойду к речке. Не к речке, это Цимлянское водохранилище. Самые щуки, лещи, чехонь, синец тут водится, карась, сазан, гибрид. Ну, карась, гибрид – это одно и то же. Берши, судаки. Так что... Смотрите, как цветет классно. Так что вот так. Смотрите, какой здесь берег газона. И далее, как тут красиво, правда? Правда? Возле речки. Гляньте, какой красоту сделали. Все поскосили. Деревца побелили. Как сделали классно. И заезд, видите, нету заезда. Плиты поставили. В общем, вот так. Пришла вас порадовать водой немножко. Вроде я свет прибавила. А я не помню, прибавила я или нет, склерочница. Прибавила. Вот. Сегодня у нас холодно. Ну, как холодно? Ну, 15, наверное. 14. Для нас это холодно. О, солнышко выглянуло. Слава богу. Что-то соловьев не слыхать. Наверное, соловушкам холодно. Ну, не знаю, взяла эту пробку, не знаю, эта пробка подойдет или нет. Это просто казнь. У меня уже их коллекция лежит, этих пробок. Чайки. Чайки кричат. Слышно, не знаю вам, слышно, нет. Тополь, видали, упал. И от ствола дерево упало, и от ствола, видите как, снова вырос тополь вверх. Интересно, да? Подмыло тополь, и он упал. Воздух такой у нас свежий, друзья. В нашем поселке очень, очень хороший воздух. Очень. Я же вам рассказывала в каком-то ролике в давнем-давнем, когда мы жили в деревне. Это было дело 43 года тому назад. И мама там задыхалась. А сюда мы переехали. Уже сколько лет прошло? Наверное, лет 10 прошло. Сидим с мамой на лавочке. Она говорит, ее прям осенило. Она говорит, Таня. А дело было весна, по-моему, или лето. Она говорит, Таня, глянь, говорит, я же уже и забыла. А я-то, говорит, не задыхаюсь. Вот так. Что значит? Вода рядом. Очень у нас поселок весь утопает в зелени.
полностью утопает в зелени. Поэтому тут такой вот. И мама не стала здесь задыхаться. Так что вот так. Красотень, правда? И тут даже и присесть негде. А штаны у меня чистенькие, стиранные. Даже лавочки тут нету. А зря. Ну, короче, красиво. Свежий воздух прям. Ой, как здесь дышится хорошо. Ну, и во дворе тоже хорошо свежий воздух. Но здесь у воды, конечно, кайф. Как-нибудь вас свожу. Вот там у нас один пляж, второй пляж, третий пляж. 3-4 пляжа. Как-нибудь вас свожу туда. Как настроение будет. В общем, вот так. Прекрасно все. Все прекрасно, друзья. Жизнь прекрасна. Не отчаивайтесь. Жизнь прекрасна. Я что-то верхоплавок не вижу. У нас обычно их тут много-много плавает, а сегодня что-то я не вижу. Может быть, прохладно, поэтому они... Нету их, не знаю. И ехарный бабай. Ну ладно, все, друзья, порадовались в воде. Ветер у нас западный. Дует. Ну ладно, друзья, пошлите. Пойдемте. Сейчас буду эту ванну, господи, пробку пробовать. Это что такое? У меня пробка сломалась. Ну, пойдемте туда, в лесочек сходим. И все. Дай-то Бог, чтобы эта пробка подошла. Новенькие тополечки. Тополечки новенькие. Тоже, видите, побелили их. Да, как я вам говорила, у нас поселок городского типа, не халды-балды. Ой, а здесь, гляньте, какое песчаное дно. Классно, да? Вот я вам говорила, вот он тополь. Видите, подмыло его, и он упал. А от него, гляньте, гляньте, целые деревья от него выросли. Детки сбоку, отросточки сбоку дал. И дали. Целые деревья выросли. Вот так. Вот этот вагончик стоит, лодка. Здесь у нас рыбнадзор. Живет. Ну ладно, дальше мы не пойдем. Назад пойдем. Сильный вид. Ветрище, конечно, сильный. Ну, как сказать, не ураган, но метров, наверное, 20, точно 15 дует. Она стоит там. Шлюз с правой стороны. Горит, видимо, красный свет. Там пропускается баржа, с той стороны идет. А та сторона, сторона Ростова. А вон, видите, баржа стоит. Где моя рука? Вот там Волгоград, Астрахань. Вот там. В общем, вот так. Травочку все поскосили. Классненько все. Ну вот. Немножечко прогулялись. Интересно, вагончик хлеб. Он что тут делает? Ну, видимо, купили вагончик этот.
У нас уже все подцвело. Интересно, эти ирисы цветут, но видно другой сорт. Другой, видимо. Слышно, да, ветруган? Это мы в проулке. Вот он берег, где мы были с вами. Все рядышком. Все рядышком. У меня какое-то сегодня состояние. Я бы вот лежала, лежала бы полусонная. Ну, погода, видите, какая. Вроде и солнце. Видите, за тучек опять спрячется. У нас магазин продукты. И Балберс. Сколько-то минут. Ну все, друзья. Пока на этом. Добра вам всем.